На рынок с блокнотом общественники Реутова провели проверку цен. Вначале прошлись по большим магазинам, а сегодня заглянули на ярмарку выходного дня. Она начинает работать как раз в четверг. Не завышают ли цены, узнала и Дарья Макаровская. Картошка за 30, огурцы по 60 за килограмм. Дороговато, говорят проверяющие, но продавцы объясняют, не сезон, скоро будет дешевле. Магазинным фрукты и овощи на ярмарке не конкуренты. Все свежее, но в разы дороже. А вот бакалеи на ярмарке на расхват, цены низкие. Зеленый 75 рублей, да? Вот, в принципе, перекресток 97, пятерочка 76. Гречка, рис, мука. Разница в цене небольшая, от 2 до 5 рублей. Зато можно серьезно сэкономить, например, на консервах – рыбных и овощных, а еще на растительном масле. Что, с масла олейна есть? Цена? 88 рублей. Так, я вас смотрю, еще масло аннинское, да? 72 рубля. Злато 86. Перекресток, цена 145 рублей, пятерочка 107 рублей. Общественники решили еще документы проверить. Лариса – предприниматель. Говорит, ей проблемы не нужны, поэтому все бумаги в порядке. Есть и медкнижка, и сертификаты на товар. Что касается ассортимента, то он ничуть не хуже магазинного. А еще пенсионерам дают скидки, тоже как в больших супермаркетах. Пенсионер просто по виду или документы какие-то просят? В большей степени по виду, потому что привыкли доверять людям. Но и не только пенсионерам, еще и социально незащищенным слоям. Рядом в шатре с испанским флагом сыры и колбасы, но товар несанкционный. Успокаивает продавец. Все производят в Тверской области, но по импортной технологии. В итоге за час общественники обходят на ярмарке почти все торговые точки. Тут мы сейчас прошли по рынку, мы посмотрели рынок. Соответственно, будет занесено в таблицу. То есть мы вам вышлем тоже подправленную таблицу, откорректированную по нынешнему просмотру, и выложим его тоже на сайте. С такими проверками выходят минимум раз в неделю. После таких рейдов горожане смогут выбирать, где покупать товар, и за лучшее голосовать, как говорится, рублем. Как известно, копейка рубль бережет. А когда экономия только с одного вида товара составляет 10, а то и 20 рублей, выгода очевидна. Именно поэтому городские ярмарки пользуются все большей и большей популярностью. Дарья Макаровская, Артем Удников для РТВ.